В Брюсселе свыше 100 человек задержано за участие в акции против подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и США. Митингующие пытались перекрыть доступ к зданию, в котором проводился саммит Евросоюза. В результате начались столкновения с полицией. Арестованных скрутили и усадили на землю. Добавлю, что против подписания этого соглашения, судя по некоторым опросам, выступают большинство европейцев, считая его кабальным.